Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем развивать наш городок, и в сегодняшней серии я хотел бы начать строить зоопарк. Вот это вот место я для него выбрал, в принципе. Плюс ко всему, так как мне написали в комментариях, что в зоопарке требуется береговая линия, я планирую вот здесь вот по центру выкопать искусственное озеро и попробовать поддерживать в нем нужный уровень воды. Хотя сказали, это очень сложно, но попытка не пытка. В общем, сегодня все это попробуем. Но для начала, смотрите, тут что творится у нас. У нас тут не хватает работников. Вот, нужны работники без образования в коммерцию, видать, торгаши. А здесь он работают инженеры. Придется тут еще один райончик жилой отстряпать. Давайте этим займемся сейчас. Так. Какую бы дорожку вам сюда забабахать? Здесь у нас трехполосная. Давайте двухполосный отвод такой сделаем. Вот как-то так. Деньги, благо, у нас есть. Сюда. Так, и теперь обычными дорогами сделаем отводы для районов. Как-то вот так, наверное. Сюда. Вот так. Здесь у нас на берегу будет такой комплекс из особняков. И вот так, наверное. Есть. Хорошо. Жилые зоны. Так, высокой плотности я, наверное, построю вдоль вот этой дороги большой. А низкой плотности мы сделаем где-нибудь вот здесь. Так, или давайте сначала все-таки распланируем. Распланируем. Так, говорили еще, что перекрестков сильно много не делать. Как-то вот так вот можно сделать. Например, вот отсюда можно провести дорогу сюда. Так. Какой-то такой райончик можно организовать. Все, а теперь жилые зоны. Жилая зона низкой плотности. Давайте ее расположим здесь. Вот здесь, вдоль дороги. Так, ну и пока хватит. Пока хватит. Посмотрим, как будут заполнять все это дело. Вот, поселятся ли сюда люди, будут ли идти на работу необразованные. Потому что здесь в основном нужны необразованные. В общем, посмотрим. Посмотрим, сейчас расцветет, и будем заниматься уже непосредственно озером, непосредственно зоопарком. Водичка потихонечку очищается. Ну вот, от этого пока никак не избавиться, к сожалению. Новые счетчики стимулируют горожан. Стимулируют. Я с вами полностью согласен. Здесь тоже не хватает работников. 8 из 18. С образованием нужны. Давайте поставим еще школу здесь. Хотя бы не университет, а простую школу. Так, высшая школа нет.
Начальная школа. Вот хотя бы начальную школу, чтобы читать и писать умели наши работяги. Здесь где-нибудь на углу ее присандалить. Охват будет ничего. Пускай будет тут. Так, все, рассвет. Дымка сейчас вот это развеется. Так, где тут брошенное здание? Заброшенное, освобождай место для других. Если забросил. Так, вода, электричество. Ага, с водой тут только у школы проблемы. Ну, сейчас мы эти проблемы, в принципе, решим. Вот так. Дальше сюда. Есть. Закольцуем все это дело. И здесь еще ветку пустим. По центру. Так, с электричеством у вас, по идее, проблем быть не должно. Так, а по воде обеспеченность? Ну, пока еще доступно. Ну, такое себе, что по бюджету? Бюджет 100%. Я не знаю, стоит ли сейчас бюджет поднимать. Наверное, пока нет. Лучше построить еще одну заборную, водозаборную станцию. Как мне кажется. Ага, смотрите, что происходит. Течение в обратку пошло. Сильно много воды мы здесь забираем. С речкой могут возникнуть проблемы. Мы можем ее просто-напросто всю высосать. Поэтому... будем водозаборную делать здесь. Еще одну. Так. Водонасосная. Есть. Еще одну здесь, а там одну уберем. Так. А здесь одну снесем. Да. И вот так. Все, теперь... Вода так отсюда убегать не должна, по идее. То он уже река в обратку пошла. Осушим нафиг всю красоту. Некуда будет какашки сливать. Точнее, будут течь все. А... Вот. Одна канализация будет. Так, ну а здесь... О, как знатно, смотрите, затягивает. Я думаю, не обеднеет. Это все-таки море. Ты смотри, что творится здесь, а? Жилые зоны не нужны, коммерция нужна. Так вот же коммерции, где много. Сюда даже автобусы ходят. И все равно им, не нравится. Так, ладно, давайте заниматься зоопарком. Парки и площади. Зоопарк. Главный вход. Наверное, я расположу тогда где-то вот здесь. Сейчас мы дорогу туда проведем. Сделаем такой отвод небольшой. Вот. Отсюда. Вот так.
вот так. И вот так. Есть? Есть. Большой главный вход, малый главный вход. Большой хочу. Хочу большой. Хочу вот здесь, наверное, да? Да, вот как раз где-то, чтобы где-то напротив у нас было озеро. Вот так. Нормально. Так, достиг уровня 1. То, что нам открылось. Хорошо. Хорошо, теперь начинаем терраформинг наш. Так, линии видны хорошо. Я, наверное, буду где-то вот отсюда, вот так вот начинать. И эти линии сравнивать. Вот такое вот озерцо мы с вами здесь сделаем. Вот, правда, так и не нашел, где вот эту вот кисть увеличивать. Уже и в настройках смотрел, на все кнопки нажимал, она такая маленькая остается. В общем, тогда я нажму на паузу. Как этот котлован я выкопаю. Вот, мы с вами увидимся. Так, ну вот, как-то так получилось. Теперь здесь нужно прорыть такую канаву, скажем так, и сделать искусственную речку, которая излишки воды будет сбрасывать вот сюда. Так, начнем, пожалуй, с низкой, самой низкой точки. Здесь вроде как повыше. Так, ну где-то вот здесь, наверное, находится эта самая низкая точка. И вот отсюда потихонечку поведем. Поведем, постепенно углубляясь. Вот, нужно сделать русло будущей искусственной речки глубоким, чтобы вода у нас по равнине не растекалась. Ну и опять-таки я нажму на паузу, наверное. Так, как-то вот так вот все это дело получается. Сейчас мы избавим русло реки от лишних зеленых насаждений. Так. Чтобы прямо из реки у нас деревья не торчали по берегам, в принципе, пусть остаются, а в самом русле я, наверное, их уберу. Так, ну вот как-то так. Как-то так. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы излишки у нас уходили. Так, и ставим. Ставим вот такую вот штуку. Водосброс свежей воды. То есть излишки с нашего города будут сюда. Сбрасываться. Так, или поставить вот здесь где-нибудь. Наверное, вот здесь я поставлю. Вот таким образом. И соединим все это дело теперь с водопроводом. Есть. Водопроводом соединили, теперь электричество. Времяночку пока брошу из столбов. Так. Ну и посмотрим, что у нас получилось. Парк я пока здесь застраивать не буду. Посмотрю для начала, что у нас
здесь будет, а то вдруг через верх где-нибудь побежит вода и все нафиг затопит. Ну? Все. Пошло дело. Так, и здесь тоже лишние растения уберем. Вот это, вот это. Ну вот эти пусть. Эти пусть, наверное, будут. Хотя тоже. Чтобы воду было лучше видно. Так, сейчас посмотрим, что мы здесь натворили. Нужно будет сразу приготовиться, если что, поднимать берег, чтобы не затопило ничего. Так, что там у нас без воды осталось? Центральный вход. Это мы тоже можем поправить. Так. И электричество, да? Ну, с электричеством, я так думаю, справится здание, которое я вот здесь настрою вокруг. Что-нибудь, что-нибудь настроим. Или коммерции, или какие-нибудь здания, связанные с развлечением, с отдыхом и так далее. Мне сейчас вот что посмотреть самое главное. Чтобы наше озеро не вышло из-под контроля. Ага, оно у нас не выйдет из-под контроля сильно. Сильно русло здесь. Так, предлагаю немножечко поднять. Чтобы в озере хоть вода немножко была, а то она уже убегает. И вот этим водосбросом мы потом будем регулировать уровень, чтобы и мелко сильно не было, и чтобы лишняя вода успевала уходить. Это же у нас чистая вода, правильно? Да, это у нас чистая вода. Просто цвет у нее такой какой-то. Так, все, пошла через верх, да? Давайте еще чутка подымем. Вот так. Что у нас тут? Все, все позабрасывали нафиг, никому ничего не надо. Ну и ладно. Ну и ладно, жилые зоны. Требуются жилые зоны. Так, а давайте вот здесь вот сделаем райончик со своим стилем. У нас же есть это DLC, правильно? Так. Вот такой райончик будет. Сразу его обозначим. Underhill Square. Так. Политики, стиль по умолчанию. Вот он. Вот в этом стиле пускай здесь домики будут. Все. Так, воду я здесь вроде как провел, да? С электричеством проблем
тоже быть не должно, если они начнут строиться вот отсюда. Конечно, если отсюда, то проблема с электричеством будет. Все, пускай застраиваются. Так, а мы смотрим дальше. Ага, вот, все, вода пошла через верх. Я думаю, нормально. Больше и не надо уровня. Если что, мы потом озеро просто расширим, и все. И здесь у нас образовывается такая вот искусственная речка. В случае чего, тут вот можно будет потом котлован вырыть, гидроэлектростанцию построить. Но это такие наполеоновские планы. Хотя, как знать... Может быть, и сработает. Так, хорошо. Хорошо, строим дальше парк. Строим дальше парк, точнее, зоопарк. Забор для зоопарка. Так. И поехали. Так, как бы не промазать. Наверное, вот таким образом. Не знаю, здоровенный, наверное, сильно. Так, а через речку перейдет? Нет? Нет. Слишком большая высота, говорит, нельзя строить на воде. Ну хорошо, я не думаю, что кто-то станет нырять сюда, да? Так, нормально же будет. Что-то я территорию прям действительно размахнул. Как жилой район. Ну, я не знаю, зоопарки, они, по-моему, всегда были большими. Так. Есть такое дело. Не хватает электроэнергии, я вас понял. Так, а где у нас парковые зоны? Специализации деловых зон. Жилых. Промышленные. Что-то я забыл уже, где у нас парковые зоны. Вот они. Создайте парковую зону. Так, а зоопарковая зона? Что-то я опять запутался. Как-то же нужно... Но по идее здесь должно быть это все. Или это у нас парковая зона, да? Смотри-ка, и здесь размер кисти не работает. Что-то сбилось. Что-то сбилось в настройках. Так, минутку, сейчас я разберусь. Так, короче, быстрые клавиши что-то не срабатывают. Будем пользоваться вот этим вот инструментом. Ну. О. Пошла работа. Очертим границы для начала. Так.
Нормально. Ну, теперь уже можно и побольше взять инструмент. Так. И вот так. Все, красота. Красота. Зооботанический сад Дин. Стоимость билета 10, уровень такой-то, политики, гуманное обращение с животными, усердно ухаживают. Ну, пускай будет. Гуманное обязательно. Переработка мусора. Тоже поставим. Но для начала все-таки разметим немножко территорию. Так, зоопарк. Вот такие вот дорожки хочу. Прям вот до сюда. Так. Дальше вот сюда. Блин, линия электропередач здесь не в тему, конечно. Но пока деваться некуда. Так, мостик. Для начала как-то так. Для начала как-то так. И теперь поехали. Главный вход, боковой вход, площадь. Площадь в зоопарке. Площадь в зоопарке можно снаружи поставить, оказывается. Тоже, наверное, круто будет, да? Так, а что она дает? Где посетители могут отдыхать и общаться. Ну, пускай у входа здесь отдыхают и общаются. Вот так. Что еще есть? Так, кафешка. Напротив поставим. Это что? Сувенирный магазин. Обязательно. При входе, при выходе будут сувениры. Будут брать сувениры. Так, горшок сюда поставим. Горшок сюда поставим. Пока что как-то так. По углам организуем. О, с речкой рядом. Туда все будут сливать. Это что у нас? Вольер с лосями и оленями. О, слушайте. Может быть, я даже и маленькую сделал территорию. Я вот сейчас начал подумывать. А, эти к дороге наоборот лепить не надо, да? Эти наоборот к дороге лепить не надо. Хорошо. Вот так тогда давайте. Воткнем раз. Так, что там дальше? Вольер с птицами. Так, а чё? Чё не так-то? Требуется доступ к пути или дороге. Всё-таки требуется, да? А, вон оно как сделано. Дошло. Не дурак. Дурак бы не понял. Ладно, дорожки потом будем делать. Вольер с птицами. Но рядом с местом отдыха. Я не думаю, что его стоит делать. Хотя... Этот лепится к дороге, да? Вот здесь давайте установим. Это что? Вольер с антилопами. Так, давайте тут сделаем. А остальные что? Вольер с бизонами. Зоопарк второго уровня нужен.
Так, а какие вольеры? Вот с фламинго, наверное, требуют воды. Или какие? Террариум. Вольер со слонами. Вот где написано, что они требуют береговой линии? Пока что непонятно. Вот эти на берегу так точно не построишь. Ну да ладно. Ну да ладно. Дорожку. Дорожку это мы сейчас организуем. Давайте вот. Эй! Место уже занято. Да как так место занято? Вы чё? Уважаемый. Слишком короткое расстояние. Гады. Так, а ну-ка. Вот это вот нажмем. Эть, эть. Тогда не соединится, да? Ладно. Поступим по-хитрому. О! Вот так вот можно сделать, да? Смотрите-ка, и здесь можно так сделать. Ну пусть вот так тогда будет. Пусть тогда будет так. Ладно. Теперь подводим электричество. А электричество мы подведем путем размещения коммерческих ларечков. Вот эта зона у нас будет коммерческая. И сейчас будет здесь электроэнергия. Я так думаю. Так, что у нас тут с этим, с озером, с нашим искусственным? Так, нормально. Вода побежала. Но главное, чтобы сюда никто не рюхнулся. Такое течение тоже надо было. Забор какой-нибудь организовать. Наверное. Так, все. Электричество появилось. Во. Воды нету. А нету воды. И если в кране нет воды... Так. Дальше сделаем так. Сделаем так. А на будущее. Все. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что тут у нас. Ален, Ален Делон. Опять эти крокозябры тут прыгают. Это уже лоси. Было же написано вольер с антилопами. Где антилопы? Вижу оленей. Отрыжки пускают. Вижу лосей. О. Давайте заскриншотим. Заскриншотим здесь. О, уточки, гусики. Я как их, лебеди. Здесь можно скринчик заделать. А, вот у нас эти антилопы, да? И звуки те, которые надо, да? Прям генератор отрыжек какой-то. Так, ну, в общем-то, и все. Пока что мы здесь больше ничего поставить не можем.
Начало положено. Что я могу сказать? Так, здесь вода уходит. Все нормально. Здесь, правда, куда-то пропадает периодически, да? Или она еще не дошла, наверное. Она еще не дошла. Ну все, проблем не будет. Там два туалета работают, эти потом заработают, когда к ним электричество подойдет. Как-то так. Коммерция строится потихонечку, потребность упала во всех этих у нас. По сути, только один туалет работает. Но здесь сейчас больше и не надо, наверное. Здесь сейчас, наверное, больше и не надо. Так, обязательно указатель. Где у нас что есть? Так. Это что у нас? Фонарь для зоопарка? Вот такие они, да? Это уже элемент скорее декора, да? А если вот здесь их ставить? Ничего? Допустим. Так, указатель, план. План обязательно. Здесь и здесь, чтобы люди сразу ориентировались. Ну, лавочек, в принципе, хватает. Вот эти вот аллейки. Они усыпаны прямо лавочками. Плитка для зоопарка. А, понял вас. Что это такое? Ну, остальное ждем. Остальные вольеры ждем. Нужного уровня. Нужного уровня. Ночные экскурсии, чистота и веселье. Запрет на фейерверки. Главный парк. Рекламная кампания. Наверное, не нужно, а то животных распугает. Фейерверки тоже. Наверное, запрет на фейерверки здесь будет у нас. Чистота и веселье. Да, давайте сделаем. Уж где-где, а в зоопарке чистота должна быть. Потому что здесь загрязняется все гораздо быстрее. Все, норм. Вода никак не соединится. Во. А, она соединяется периодически, уходит. Как-то не камильфо получается. Так что ли сделать? Здесь еще. Вот так. Все равно как-то коряво. Ну, главное, что уходит. Главное, что отсюда все уходит, то, что надо. Как-то так, друзья. Как-то так. С водой, да, с водой проблемы, согласен. Сюда сделаем и сюда сделаем. Сейчас будет вода. Так, и вот здесь же у нас стиль особенный, да? Ну-ка, какие вот домики вот здесь у нас ставят? Разнобой, да? Какие попало. А здесь, смотрите-ка. Здесь все домики примерно одинаковые. Ну,
Все, друзья, будем на этом заканчивать на сегодня. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Вот, говорите, где я опять накосячил, натупил. Все как обычно, в общем. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем всего.